во второй главе книги Деяний. Петр проповедовал Евангелие в день Пятидесятницы, и за один день 3000 человек обрели спасение. И после того еще больше людей пришло к вере. Читая вторую главу книги Деяний, мы видим, что все новообращенные всецело посвятили себя учению и проповеди слова, поклонению, общению, преломлению хлеба и пожертвованию. Они жертвовали каждый день, жертвовали так много, что среди них не было ни одного нуждающегося, потому что каждый верующий был щедрым в своем даянии. Вы знаете, Бог щедр по отношению к щедрым. Если вы щедры, Бог проявит свою щедрость к вам. В Библии сказано: «Давайте, и дастся вам». Если вы посеете скупо, то скупо и пожнете. Если посеете щедро, то и жатва будет обильной. Бог щедр по отношению к щедрым. Если вы хотите иметь избыток, то вам нужно быть верующим, который готов жертвовать. Подлинная жертвенность — ключевой компонент в жизни успешного христианина.